Единственное, у 7 нет пробития, это единственный его минус. У ИСа 7 нет пробития, это единственный его минус, блядь. И 7 не развор... и, блядь. И 7 не развивает скорость, он очень медленно стартует, это во-первых. Во-вторых, у ИСа 7, блядь, супер хуевая стрельба, как ни крути. У ИСа 7 нет пробития, блядь. И 7 пробивается, блядь, любыми, блядь, крупнокалиберными кумулятивами во все щели. Его пробивают в щеку башни, если стреляют и попадают возле маски. Его пробивают абсолютно везде. В щучий носик, в щеку, в НЛД, в ЛД. Везде его пробивают. Вы хотите искать у него борта сильные? Да нихуя у него не сильные борта, потому что всегда, когда он играет от борта, у него всегда торчит щека. И нормальный игрок вообще ИСа 7 считает за кусок говна, за кусок просто мяса, за урон. Вот и все.